Про здорожчання комунальних послуг та його можливі причини сьогодні поговоримо з нашим гостем студії Михайлом Крапивком, членом Ліги аудиторів України. Михаил Леонидович, добрый вечер. Ну вот мы вместе смотрели сюжет, знаете, вот у меня двоякое ощущение. Вот чувствуется, что нас где-то и троеточие. Ваше мнение? Ну, это всегда, там, где есть монопольные рынки, там всегда нас. И это во-первых. Во-вторых, за все в государстве платит кто? Гражданин. Поэтому если в государстве кто-то богатеет, то кто-то должен как минимум обеднеть. Поэтому ситуация такая. Ну, я не верю, честно говоря, не понимаю, исходя из чего господин Лысенко сделал заявление о том, что соединят два платежа в один, потому что январь уже начался, новый тариф уже начал действовать, но нигде нет объявлений о разрыве договоров с лифт-ремонт-монтажом, и платежки, как я понимаю, будут приходить все равно. Поэтому здесь это два разных платежа, а учитывая то, что жилсервисы обслуживают разные дома, дома с лифтами, дома без лифтов, дома, где в подъездах по два лифта, ну, соединение такое, оно вообще как-то не совсем разумно сделано. Если говорить о том, что произошло, между строк можно ли прочитать, что людей подталкивают к созданию... Ну, с одной стороны подталкивают, с другой стороны, давайте говорить честно, не так легко, даже создав ОСББ, принять дом на баланс. Ну, вот дом, где я живу, мы ОСББ создали больше года назад уже, и дом на баланс до сих пор не можем принять от одного из жилсервисов. То есть это тоже есть проблема, и жилсервису невыгодно передавать дом на баланс. Не отпускают? Ну, что такое передать дом на баланс? Это отдать всю документацию. До жилсервиса был другой управитель ЖЭК, который мог, по словам жилсервиса, не передать ему документацию, ему нечего передать. И вопрос не только в ОСББ, есть же рынок этих управляющих. Почему у нас возникли жилсервисы? Потому что сами жильцы не определились в сроки, положенные законом, кто их будет обслуживать. Им назначили. Есть тот же Созидатель, который предоставляет такие же услуги. Но даже если сегодня жильцы соберутся и примут решение перейти на обслуживание в другой, то, во-первых, есть норма, которая говорит не раньше, чем через год расторгнуть договор. Во-вторых, у нового управителя будет та же проблема получить эту же документацию. Я думаю, что здесь все бюрократические изыски пойдут в ход, потому что каждый день приносит уже не 3,60, а 6,10 с квадратного метра. Поэтому все не так просто. На самом деле это действительно оплеуха гражданам. Скажем так, плата за их неактивность, за их пассивность. Пассивно легло 90% или 80% жилого фонда под жилсервисы. Ну что ж, тогда давайте платить. Если говорить о том, как разрешить эту ситуацию, ну понятно, что есть юридический путь, но он тоже не очень быстрый. Он не очень простой. Ну, да. Во-первых, давайте говорить так, насколько это решение принято правильно. Во-первых, оно принято исполкомом, а не местным советом. Раз. Второй вопрос. Нету прозрачной информации об обосновании этой цены. Третий момент. Не проведены общественные слушания. То есть вот уже три момента, по которым можно начать юридическую процедуру признания этого решения исполкома недействительным. Но с другой стороны, ну, признаем мы недействительным, вернемся к старому тарифу. Ну, приведем через неделю-две, через пару месяцев к банкротству эти жилсервисы. Проблема заключается в чем? Из чего состоит вообще тариф? Ну, первое, это расходы на оплату труда персонала. Второе, это подрядчики, смежники. И третья составная, это фонды. Фонд текущего ремонта, капитального ремонта, инвестиционный фонд и так далее. То есть, как только эти жилсервисы будут признаны банкротами, вот эти фонды молниеносно у нас исчезают. Они списываются на банкротство. То есть то, что люди платили в тарифе на то, чтобы их дом ремонтировали, переоснащали, это все пропадет. То есть здесь процедура тоже двоякая такая. Поэтому, ну, наверное, надо, скорее всего, настаивать на том, чтобы все-таки сделали публично эту информацию и, может быть, пересмотрели это решение. Это одна сторона. Вторая сторона. Такие же фонды собирались раньше. Где отчеты об их использовании? Если люди организовали СМД и сумели получить дом на баланс, у них, в конце концов, есть ревизионная комиссия, которая может жильцам
как-то объяснить, куда пошли деньги. Но если говорить Когда мы говорим о коммунальной собственности, нету этой ревизионной комиссии. Есть в лучшем случае Державная аудиторская служба, которая периодически может их проверять. Но эти отчеты, опять же, не публичны. Но если говорить о будущем для каждого многоквартирного дома, какой путь? Ну, на сегодня, наверное, все-таки лучше будет создание ОСББ или объединенных ОСББ, потому что, например, с пятиэтажками есть такая колоссальная проблема, как мало жильцов, которые не покроют расходы. Но закон разрешает создавать одно ОСББ на несколько домов с общей территорией, с общим двором. То есть такой вот путь есть. Ну, в конце концов, путь развития рынка управляющих. То есть создать конкуренцию там, и чтобы был реальный выбор. Ну и в любом случае не могу не спросить, вы же экономист, и когда вы услышали вот эти вот увеличения, наверняка бегло так на кнопки ударили и понимаете в процентном содержании, ну насколько вынуждены люди будут переплачивать. Вот хотелось бы услышать мнение эксперта. По моим оценкам, вот все удорожания, о которых говорил товарищ Лысенко, не считая, конечно, лифтов, потому что я их сюда никак не могу вписать, удорожание должно было быть на 40-50%, но не на 100-150%. Дякую. Перейдем к следующему этапу нашего разговора. Несмотря на то, что новогодние праздники идут, но вместе с новогодними праздниками, с крещенскими праздниками, мы так постепенно бьем новые рекорды, антирекорды в вопросах удешевления гривны. Сегодня евро в очередной раз показал шикарный скачок в кавычках. Вообще, если говорить о том, что ждать дальше украинцам, несмотря на праздники, все взлетает, то что говорить уже о тех днях, о буднях? Ваше мнение? Ну, я думаю, что этот год будет тяжелее предыдущего. Гривна действительно будет девальвировать, но надеюсь, что все-таки без резких обвалов, таких, как мы видели, когда она с 5 до 8, с 8 до 12, до 28 докатилась. Это уже, как говорится, процесс, который заложен в этом году. Резкое дорожание, девальвация вызывает резкое дорожание топлива, других энергоресурсов. Внешние рынки не очень хорошо складываются к Украине, то есть нефть дорожает. Наша металлопродукция, извините, падает в цене. Поэтому по валюте будет не очень хороший прогноз. Будем надеяться, что удастся ее удержать от резких обвалов, что она где-то удержится в близком коридоре, обозначенном в госбюджете. Но инфляция будет, конечно, развиваться. Если прошлый год мы имели заложенную в бюджет инфляцию 12,1%, то вот на днях Нацбанк отчитался о том, что она была 13,4%. На себе мы ощущаем намного большую инфляцию. Но можно сказать, что гривна катится в пропасть? Ну, скажем так, она в пропасть не летит, но она ослабевает, постоянно ослабевает. Так же, как постоянно у нас прибавляется в чеке в магазине, в чеке на заправке. На заправке у нас сейчас темпы 50-70 копеек в неделю, в магазине 3-5% в неделю на основные продукты. То есть, мы опять находимся или все еще на грани гиперинфляции. Вот если мы вступим в гиперинфляцию, будет совсем плохо. Удержаться можно, но как, пока непонятно. Вот параметры давайте посмотрим, которые заложил бюджет. Но он заложил нам инфляцию на уровне 9%, при этом, то есть рост цен на 9%, при этом рост валового продукта всего на 3%. То есть экономика будет стагнировать где-то на 6-7%. Раз. Минимальную зарплату было 3200, сейчас 3723. С 1 апреля 4200. То есть вот этот вот рост, он вызовет увеличение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, вызовет увеличение нагрузки на оплату труда в части себестоимости всех товаров, работ, услуг. Ну и налоги для единщиков, для ФОПов все поднялись, потому что они пересчитались. Кстати, и стоимость админ-услуги, и многое другое пересчиталось по минималке на 1 января. Поэтому хороших прогнозов для экономики мы пока не видим. Прогрессивных каких-то налоговых новаций, которые бы позволили бизнесу начать раскручиваться, а не бежать, мы тоже не видим. И вот здесь возникает еще один аспект. Если бизнес решит, что среда обитания в Украине стала для него совсем неприемлемой, он начнет
более быстрыми темпами, он никогда не прекращал за последние 3 года, эмигрировать из Украины. То есть это будет опять вывод капитала, это опять обвалит гривну. Пока при всем моем обычном оптимизме чего-то хорошего сказать нечего. Ну и блиц вопрос. Примерно год назад мы с вами первый раз затронули тему биткоинов. Что вот... Ну, мы уже видим начало обвалов биткоинов. Пирамида, она и есть пирамида. Ну, во-первых, Китай запретил на законодательном уровне. Это обвалило биткоины сразу, по-моему, на 18% на бирже. Сейчас другие страны этот вопрос обсуждают. Ну и третье, последняя информация, что львиная доля, почти 90% биткоинов, держится в руках всего 4% населения. Не населения, а тех, кто задействован в биткоине. Это классическая пирамида. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Глядачам 9 каналу нагадаю, що Михайло Крапівка, член Ліги аудиторів України, був у нас у гостях.